Информационная программа «Будни». Мы продолжаем. Ночные возгорания. На этой неделе в Бийске горели сразу два автомобиля. Причина уже установлена. Так, на улице Советской внедорожник загорелся во 2:00 ночи. Во время осмотра рядом с автомобилем сотрудники правоохранительных органов обнаружили зажигалку, обгоревшую бутылку, предположительно с зажигательной смесью, а также другие улики. Специалисты сделали заключение, что это не короткое замыкание электропроводки, а поджог. Подобная картина и на улице Разина. Неизвестные там тоже подожгли машину. В настоящее время в полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск лиц, причастных к данному преступлению. Уважаемые бийчане, если вы что-то знаете или видели злоумышленников, просьба обратиться в ближайшее отделение полиции, либо позвонить по телефону 02.